Здравствуйте! Это библейский портал exaget.ru. Сегодняшняя тема ⁇ Призвание первых учеников и исповедание Нафанаила по Евангелию от Иоанна. Эти события описаны во второй половине первой главы 4 Евангелия, начиная с 35 стиха. На другой день опять стоял Иоанн, то есть Иоанн Креститель, и двое из учеников его. Стояли на том месте, где Иоанн крестил. Это место называется в осенодальном переводе Вифавара, но есть также у нее и другое название в современной литературе Вифания за Иорданское. Итак, Иоанн Креститель и двое его учеников стоят там, где накануне, Происходило крещение Господа Иисуса Христа. И опять приходит Иисус. Поэтому в 36 стихе говорится, и увидев идущего Иисуса, сказал, то есть сказал Иоанн Креститель, вот Агнец Божий, повторяет ту же фразу, которая была произнесена им накануне, указывает на Мессию Израилева, но не на как политического царя, а именно как на того, кто пострадает за грехи верующих и принесет спасение и искупление. Повторяет это, потому что ученики его Иоанна, как и остальные евреи, ожидали другого миссию, политического лидера, а Иоанн Креститель правильно настраивает своих последователей. Поэтому в 37 стихе услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Пошли за тем, на кого их учитель показал, как на мессию Машиаха, пошли для того, чтобы с ним пообщаться. 38 стих. Иисус же, обратившись и увидев их идущее, говорит им, что вам надобно? Это вполне естественный вопрос – и Иисус видит, что за Ним идут два ученика Иоанна Крестителя, останавливается и сам начинает беседу, потому что в этикете Древнего мира было принято, что высший, больший по статусу, по положению начинает беседу с низшим, с тем, кто ждет, что с Ним заговорит вышестоящий человек. Поэтому Иисус останавливается, поворачивается и говорит, что вы хотите. Они сказали ему, рави, что значит учитель, где живешь. Пояснение, что значит учитель, дано авторам Евангелия, Иоанном Богословом, для читателей не из среды евреев, которые не знают этого еврейского термина. Но обратите внимание, евангелист Иоанн приводит по-гречески. Еврейское слово рави или равин учитель для того, чтобы передать определенную специфику еврейской среды, для того, чтобы читатель почувствовал колорит обстановки того события, о котором рассказывает евангелист. Итак, ученики обращаются к нему и говорят рави. То есть уже сразу они признают его за учителя. Это, вообще говоря, признание достаточно высокого статуса, потому что раввином мог стать не всякий, а только тот, кто окончил определенную раввинистическую школу, кому же исполнилось не менее 30 лет, кто уже имеет определенный авторитет в еврейском народе. Они же так обращаются к Иисусу, потому что сам учитель их, Иоанн Креститель свидетельствует о нем не просто как о Равине, а как о Мессии. Но они пока еще боятся произносить это непривычное для них слово «Мессия», «Машех», а обращаются к нему Равин. «Рави, где ты живешь?» То есть, где ты находишься? А это означает, мы хотели бы с тобой поближе познакомиться, пообщаться. 39 стих. «Говорит им, Пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Итак, Господь Иисус Христос приглашает учеников Иоанна Крестителя к себе для беседы. Эта беседа оказалась весьма продолжительной, потому что они находились у него вплоть до десятого часа но не по нашему с вами современному, а по древнему времяисчислению. Точка отсчета была примерно 6 часов утра, соответственно, 10 час в данной ситуации – это около 4 часов дня нашего с вами времени. Получается, что если ученики Иоанн Креститель вышли рано утром, а такой был уклад, людей, уклад жизни людей в древнем мире – то есть примерно 8 часов утра по нашему времени, то ученики общались с Господом Иисусом Христом даже больше 6 часов, 7 или 8 часов. А когда говорится, что они увидели, где он живет, конечно, речь не идет о том, что он проживает постоянно, а увидели, где он остановился и долго пробыли у него. Сороковой стих. «Один из двух, Слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. И вот только сейчас, уже рассказав о том, что ученики Иоанна долго пообщались с Иисусом, автор Евангелия называет имя лишь одного из двух этих учеников. Им был Андрей, брат Симона Петра. Поэтому в нашей церковной традиции, апостол Андрей и получил такой титул первозванный, потому что после того, как ученики побеседовали со Христом, они фактически перестают быть учениками Иоанна Крестителя, но становятся последователями и учениками Господа Иисуса Христа. Он их призывает. Встает вопрос, а кто же второй из этих двух учеников? Вероятно, сам автор 4-го Евангелия Иоанн Богослов, потому что это событие описано им с теми подробностями, которые выдают в авторе свидетеля данной ситуации. Итак, Андрей, брат Симона Петра, был одним из двух. 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. В русском синодальном переводе не совсем точно передан смысл греческого оригинала. Не он первый, потому что тогда создается впечатление, что чуть ли не на перегонке с кем-то апостол Андрей искал, где находится Симон Петр. А по-гречески «сначала» или «прежде всего» он находит своего брата Симона. Побеседовав с Иисусом, Андрей идет не куда-то, а именно к своему брату, потому что у брата, как и у него, тоже есть религиозные искания. Брат Симон тоже хочет знать, кто же Мессия, которого все ждут. И посмотрите, прежде всего он находит своего брата и говорит ему, мы нашли Мессию. Это очень радостная весть. Мы нашли того, о котором с тобой раньше говорили, обсуждали, мы его искали и вот теперь нашли. Пояснение, что значит Христос, опять же дано Иоанном Богословом для э, читателей из греко-римской среды. 42 стих. «И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. Не только поделился Андрей с Симоном радостной вестью, но решил, что необходимо Симона привести к Иисусу. Приводит к Иисусу, и посмотрите, Иоанн Богослов не передает какого-то диалога. То есть Симон доверяет своему брату, который провел больше шести, семь или восемь часов в беседе с Господом Иисусом Христом. А вот Иисус Говорит ему, ты Симон, сын Ионин. То есть, по сути дела, называют его полным именем. Симон, а сын Ионин, ну, это аналог нашего с вами отчества. То есть мы бы в русской среде назвали его апостола Симона Симоном Ионовичем. Ты Симон, сын Ионин. Я знаю, что тебя зовут так. Но я дам тебе еще одно имя моего ученика и это имя будет Кифа. Изначально, конечно, Кифа, потому что беседовали они друг с другом по-арамейски, и Кифа – еврейский термин, который означает «камень» или «скала», ну а по-гречески это «петр». Такова была традиция у раввинов, что в ряде случаев ученикам давали новое имя в соответствии с тем, что или раввин провидел какие-то качества, свойства, способности ученика, или если ученик определенным образом себя зарекомендовал. Здесь налицо первая ситуация. Господь Иисус Христос еще мало знает Симона, но он уже провидит, как воплотившийся Сын Божий. Он знает, что этот человек будет твердым, как камень в исповедании веры в Него, в Иисуса, и поэтому дает ему такое имя Кифа Петр. Надо сказать, что далее в евангельской истории Господь еще раз будет напоминать, что ты Симон, сын Ионин, но я тебе уже дал, и ты нарекаешься именем Кифа Петр. То есть будет повторять, чтобы все знали, что это имя исходит именно от самого Господа Иисуса Христа. И вот Этой краткой репликой Господа Иисуса Христа завершается история призвания апостола Петра. 43 стих. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мной». 44. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Сегодня мы знаем, что Вифсаида был рыбацкий город на берегу Тивериадского озера. В средние века было представление о том, что рыбаки были очень бедные, безыскусные, скажем так, принадлежали к какому-то самому низшему классу общества. Но археологические раскопки, которые проводились в Вифсаиде в 20 веке, показали, рыбаки в ту эпоху были людьми достаточно состоятельными. Да, они трудились а, своими силами, иногда это был очень тяжелый труд, но при этом они и зарабатывали хорошо. Большинство домов, которые были найдены, это каменные дома, спланированные по определенному типажу. А, поэтому мы с вами можем сказать, что когда апостолы говорят Господу Иисусу Христу, вот мы оставили все, и пошли за тобой, а это уже будет чуть позже, потому что сейчас он их э, включает в число учеников, но в определенный момент он предложит вообще везде и всегда следовать за ним. И когда они начнут за ним всегда и везде следовать, оставив свое обычное э, ремесло, свою деятельность в качестве рыбаков, то да, они в чем-то даже потеряют и в материальном плане но при этом, конечно же, они станут апостолами теми, кто уже не ловцы рыб, а ловцы душ человеческих. И вот э, слова Господа Иисуса Христа, обращенные Филиппу, который, как и апостол Петр и апостол Андрей, тоже жил в Вифсаиде, слова, обращенные к нему «иди за мной», «следуй за мной», это фраза из лексикона раввинов – которая говорит следующее, будь моим учеником, стань моим последователем со всеми вытекающими из этого как благами, так и, конечно, трудностями и ограничениями. Обращается к Филиппу, потому что Господь Иисус Христос планирует уйти из южной части Палестины на север в Галилею. И так желая идти в Галилею, набирает себе учеников которые в Галилее и живут. Среди них, соответственно, Филипп. Но на этом призвание первых учеников не заканчивается, потому что, как мы видели до данного момента, и призвание апостола Петра, и призвание Филиппа были таковы, что краткой беседы, краткого общения со Христом им было достаточно, чтобы откликнуться на его призыв. Но вот Филипп призывает необычного ученика по имени Нафанайл. И с этим призванием связана целая необычная история. 45 стих. Филипп, в свою очередь, находит Нафанайла и говорит ему, что же Филипп сейчас скажет Нафанайлу. Может быть, он будет таким же простым, как и апостол Андрей, который сказал Петру, мы нашли Христа. И, конечно, мы, читатели, ожидаем, что он скажет что-то подобное. Но посмотрите, какую сложную, закрученную фразу мы слышим из уст Филиппа в адрес Нафанайла. «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Экзегеты предполагают, что эта сложная конструкция связана с деятельностью, интересами и увлечениями Нафанаила. Нафанаил был книжный человек, изучал священное писание Ветхого Завета, не имел такой вот простой интуитивной веры, которую только что показали апостол Петр и, соответственно, апостол Филипп. Но ему нужно было подтверждение своей интуитивной веры неким разумным интеллектуальным способом. Поэтому-то Филипп ему и говорит, мы нашли того, о котором говорил Моисей в законе и пророки. А ты же читаешь закон Моисеев, ты читаешь пророков, и ты сможешь лично убедиться, что их пророчество действительно относится к тому человеку, которого мы нашли. К Иисусу, сыну Иосифову из Назарета. 46 стих. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета, может ли быть что доброе? Исследователи задавали вопрос, почему Нафанаил отзывается так даже резко, может ли быть что доброе из Назарета? Но в данной ситуации он не имеет в виду конкретно Иисуса Христа. В данной ситуации Нафанаил выражает общее мнение евреев в той эпохе относительно города Назарет. Уже само название города, которое происходит от еврейского слова нацер, то есть прутик, росточек, показывает, что там был какой-то специфический микроклимат, то есть вместо больших деревьев с бурной растительностью, что характерно для юга, там какие-то вот росли деревья, тоненькие росточки, куцы худые. И вы знаете, я когда читаю этот эпизод, поскольку проживаю в Санкт-Петербурге, вспоминаю те ситуации, когда э, мне доводилось ехать на поезде из Москвы в Санкт-Петербург летом. Вечером садишься в поезд, в Москве все цветет, все здорово, а с утра ты просыпаешься и видишь э, картину, когда действительно по сравнению с Москвой какие-то там, знаете, куцы, совершенно э, растения, менее э, красивые, такие вот худенькие, не сочные. Вероятно, что и в Назарете климат, растительность были менее благоприятны, чем в других частях Иудеи, и поэтому сложилась такая поговорка: ну раз там все такое худосочное, может ли быть что-то из Назарета доброе, включая и людей, которые там выросли. С другой стороны то, что Господь Иисус Христос вырос в Назарете и приходит из Назарета, подтверждает, что в любом месте, как в благоприятном, так и в менее благоприятном, можно возрастать в духовной жизни. Итак, Нафанайл скептично относится к тому, что Иисус приходит из Назарета. Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». 47 стих. Иисус, увидев идущего к Нему нафанаила, говорит о Нем: Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Итак, Филипп предлагает пойти и посмотреть, удостовериться на опыте. И Нафанаил, который был ученым-мужем, который, вообще говоря, любил что-то исследовать, он соглашается и идет вместе с Филиппом к Господу Иисусу Христу. И вот они еще только подходят, еще ничего даже не сказали. И Нафанаил прекрасно знает, что он не знаком с Иисусом из Назарета, как вдруг Иисус сразу же не просто что-то говорит о Нафанаиле, а очень хорошо, позитивно, положительно его характеризует. Вот подлинный израильтянин, в котором... Нет лукавства. Ну или другой перевод с греческого текста, в котором нет хитрости, который не изворотливый, прямой, простой человек, честный. Нафанаил, как книжник, изучавший священное писание Ветхого Завета, очень осторожен. Ему кажется, что а вдруг это лесть. Может быть, Иисус из Назарета хочет ему полистить для того, чтобы он нафанаил признал его Иисуса как мессию. Поэтому Нафанаил отвечает очень спокойно. 48 стих. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Ну, или можно перевести из греческого, откуда ты меня знаешь? То есть за этими словами такой смысл. Я не принимаю сразу твои похвалы. Твоя похвала должна быть обоснована, аргументирована. Иисус сказал ему в ответ, ⁇ прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя. Ответ для нас совершенно непонятный. Но судя потому, что Нафанайл в следующем стихе не просто признает справедливость слов Иисуса, сказанных чуть ранее, но более того, признает в Иисусе Мессию, значит, Господь Иисус указывает на какое-то событие, важное для Нафанайла, о котором никто больше не знал. И вот это событие происходило под смоковницей. В истории толкования Библии были разные версии о том, каким могло быть это событие. Наиболее распространенная версия и наиболее логичная заключается в том, что Нафанайл задумывался над тем, кто будет мессией. И, возможно, под смоковницей у него было какое-то место для уединенной молитвы, где он молился Богу и просил Бога открыть, чтобы Бог ему показал, кто есть на самом деле истинный мессия. А никто другой об этом не знал, об этих просьбах, об этих искренних сердечных молитвах. Поэтому, когда Иисус указывает на это для Нафанайла, явный знак того, что Иисус не просто Мессия, но Мессия, которого ждут, который связан с Богом, особый праведник. Конечно, были и другие версии, которые иногда кажутся даже достаточно забавными, особенно версии э, тех людей, которые не разделяют православный церковный подход к изучению Библии, не признают Иисуса как Бога, а видят в нем революционера. И в таком случае для этих толкователей под смоковницей была штаб-квартира некоего центра сопротивления римлянам. И, соответственно, Нафанайл вместе с другими себе подобными зелотами на карте прокладывал какие-то схемы сопротивления Риму. И когда Иисус об этом говорит, он в Иисусе видит человека, который готов возглавить это антиримское восстание. Конечно, подобная экзогеза для нас совершенно нелепа и неприемлема, потому что исходит совсем из других предпосылок те места, в Новом Завете, где говорится о божественности Иисуса Христа, эта экзегеза, вообще говоря, игнорирует, прочитывает иначе. Эти читатели видят в Иисусе всего лишь человека, но не воплотившегося Бога. Итак, Иисус указывает, я видел тебя под смоковницей еще до того, как тебя позвал Филипп. Что же отвечает Нафанайл, 49 стих? Нафанайл отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Ответ в высшей степени замечательный, потому что здесь, во-первых, Нафанаил признает, что Иисус выше его Нафанаила по статусу. Он называет его равином. Ты равин. Дальше идет тот самый мессианский титул сын Божий, который употребляли евреи во времена Иисуса Христа. Кумранскую рукопись «Сын Божий» или «Арамейский апокалипсис», которая датируется первым веком до Рождества Христова, как раз использует данный титул «Сын Божий» и применяет его по отношению к ожидаемому Мессии. Поэтому, конечно, Нафанайл здесь, говоря «Сын Божий», не вкладывает того смысла, который вкладываем мы христиане. Мы имеем в виду «Сын Божий» В буквальном смысле равный Отцу, сам являющимся, являющийся Богом. А Нафанайлка и евреи за этим термином видели всего лишь праведника, состоящего в особых, близких, тесных отношениях с Богом. Ну и последнее ты царь Израилев. Да, ты не просто равный мне, ты выше меня равин, ты Машиах, Мессия, Сын Божий, но для нас Мессия прежде всего наш политический лидер, поэтому я тебя признаю царем израильским. Вот эта фраза Нафанайла в богословской литературе обычно называется «исповедание Нафанайла». И исповедание Нафанайла, как правило, сопоставляют с другими двумя исповедованиями, о которых говорится в Новом Завете. Это исповедание святого апостола Петра, «Ты Христос, Сын Бога Живаго», и это исповедание святого апостола Фомы, «Господь мой и Бог мой». Но если святые апостолы Петр и Фома как раз говорят о Христе как о Боге, то здесь Нафанайл всего лишь признает его в качестве Мессии и царя Израильского. Но Христос Желает уже во время этой первой встречи возвысить понимание о себе у Нафанайла от того, что он Мессия, хотя это уже великое понимание, к тому, что он истинный Сын Божий, равный Отцу. Поэтому в следующем стихе 50-м, Господь говорит: Иисус сказал ему в ответ: Ты веришь, потому что Я Тебе сказал, Я видел Тебя под смоковницу, увидишь больше всего. 51. -й и говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Очень интересно, что Господь обращается к Нафанайлу, но в определенный момент начинает говорить во множественном числе «Истинно, истинно говорю вам». Это оборот речи, который призван подчеркнуть что-то не просто важное, но и важное и истинное, когда дважды повторяется ⁇ Аминь ⁇.⁇ Аминь, аминь, аминь» ⁇ или ⁇ истина, истина ⁇ говорю вам. Так что же произойдет? Вот ты признал меня в качестве Мессии. Что будет дальше? Отныне будете видеть небо отверстым. Эта фраза, это понятие ⁇ открытое или открывающееся небо ⁇ в иудейской традиции того периода, той эпохи, означало откровение Божие, когда Бог обращается к людям. И так вы будете видеть небо отверстным. Вы будете получать откровение от самого Бога. Но каким образом будет происходить это откровение? Через кого? В Ветхом Завете Моисей и пророки были теми, через кого Бог подавал откровение. А теперь в Новом Завете через Иисуса из Назарета Бог будет подавать свое откровение. И поэтому дальше, смотрите, очень интересная фраза. «Будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Не только вы, но и ангелы Божьи будут получать некое новое знание о Боге. Но если бы Иисус был всего лишь человеком, даже шедшим с небес, пришедшим от Отца Небесного, то тогда ангелам, чтобы получить у него откровение, нужно было сойти с небес вниз, получить откровение и вернуться назад на небеса. Все будет наоборот. Ангелы Божии, вы увидите их, будут восходить к Сыну Божию, к Сыну Человеческому, для того, чтобы у него получить откровение, брать это откровение, а потом назад не сходить на небеса. Это означает, что Сын Человеческий выше, чем ангелы, что Сын Человеческий сам находится на небесах. Конечно, эта фраза была сказана для того, чтобы Нафанайл, который привык размышлять и исследовать, он задумался, как это так? Как это, ангел восходит к Сыну Человеческому? Но эта фраза, безусловно, несет в себе тот смысл, о котором мы говорили: что Иисус не просто Машех, не просто Сын Божий. В еврейском понимании не просто Царь Израилев, но Он выше этого, Он есть истинный Сын Божий, равный Отцу. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад. Оцени, подпишись, и поделись этим видео.